Всем привет, с вами Ньюизетсу, вы на канале Фрикаделька, а это у нас Far Cry 4. Да, всем привет, а как писал комментатор, идем просто по всем колокольням. Да. Вначале по всем колокольням, потом по всему закрытию. Колокольня, потом по Лонгину мы идем. А, да, по Лонгину. Да. Можно в процессе и Лонгина попроходить. Опачки. Типа, как бы, почему нет, если да, да? Мне нравится, что кто-то вешает фотку часовни. Ну, слушай, у всех свои приколы. С вами Раби Райрана, и я хочу обратиться к Бейгану Мина. Ты меня Опа! Слышишь? Эх ты, засранец недоделанный. Ну, как его знать, что ты проиграл, а? И я говорю это не потому, что веду эфир из тайного бункера, в котором ты не можешь меня найти. Нет. Это ты слушаешь, типа? Потому что все это понимают. И все знают, что мы придем за тобой, и ты проиграешь. Каково это знать, что карма та еще, сука. И скоро тебе придется платить по счетам. И что не дождусь твоего фиаско. Время настало. Я не понимаю, зачем вот это вот издевательство. Которое? Спасись. Интересный. Коллаборатор. Спасите, коллаборируйся, там было написано. Да. Типа, присоединяйся. Я понял. Коллаборацию сделаем. Ты про какое издевательство? Про зачем вот это вот издевательство над Пейганом? А чё? Оставь заложника в покое. Люблю заложника, оставь в покое. Оставь его в покое. Короче, Раби Райрана — это тот самый человек, который делает, значит, в YouTube шортики, знаешь, или в ТикТоке из сериалов и накладывает так музыку, чтобы было слышно примерно ни хера из сериала, но было слышно музыку. Что? Он немножко упал. А где заложник? Тут же где-то бегал. Так тут бегал где-то. Да не знаю, он бежал. Да, Оп, наш ты. Комментатор, кстати, нам написал о том, что в задании от Йоги Реджи, блядь, сразу чувствуется старость, имеет отношение к определенному зелью. А вот мы, он. Собственно, орел! И поняли. Да подожди ты, орел, денег дай. А зачем тебе деньги? Да иди ты нахер. Да снимите орла. Блин, не видать мне денег. Ладно, валим. Вот, в общем, написал о том, что все задания Йоги и Реджи относятся к новому зелью. Мы это поняли, в принципе. Ну, мы поняли, да, тут первое было охотника или что там. Да, и он еще отметил, что, ну, как ему показалось, и, наверное, это логично, что они имеют еще отношение к определенным стихиям. Вот, здесь понятно, зачем они существуют, и что они там открывают какие-то прям прикольные штуки. Я тебе показываю, как работают вот эти вот препаратики, которые мы сегодня. Да. Но мне совершенно непонятно, почему нельзя было, допустим, тогда обыграть тот факт, что Аджай реально втягивается в их тему, и без вот этих вот внезапных уколов и так далее, потому что первый раз это забавно неожиданно, второй раз это забавно, потому что, блин, ну это же уже было, в третий раз это уже, ну как бы, типа шутка уже все. А ты себе изжила. Это мои личные претензии к сценаристу, блин. О, это прекрасная женщина. Я хочу увидеть эту женщину. Мне о, кстати, обращаюсь к комментатору. Просто скажи, проспойлери мне, пожалуйста, а мы сможем увидеть эту женщину в игре? Я просто хочу знать. Он так-то это, прямой. Не обнаглел ли ты часом? Так, погнали. О, смотри. Кинь в эту штуку что-нибудь. Не стреляй! Я тебя знаю. О. Спасибо, что внизу, блин, а не на этом. Не наверху где-нибудь. Дурак, что ли? Он с РПГ хотел? Ну. Он хотел из-за угла из РПГ стрельнуть, серьезно? Как у меня много вопросов таким.
персонажа. Давай. Какое? Предательство запрещено. Логично. Ты что делаешь? Да, я думал, там есть что-то там. Что-то. Под ноги смотри. Мама не учила. Так. Хорошо. Озарит меня свет Пейгана. Еще один. Ничего себе, ты чего тут понавешали? Да вы что думаете, что место какое-то особенное, что ли? Ты найдешь, нет, здесь вход. Здесь ты вышел. С той стороны есть еще проход. Это не так-то просто, как ты думаешь. Найти. Да нормально все. Место, где можно цепануть. Вот здесь, наверное, теперь смотри. Вон тебе туда. Прыгай. Пейган Мин напоминает, он все еще про Эдки. На минуточку. Ну да. Как он подмагнитился? Да-да-да. Это просто этот духовный пинок. В жопу. Так, залит меня свет Пейгана. Угу. Блин, ну реально в этом вопросе вышки, конечно, были получше. Вот интересно, в следующей игре что будет? Там вышки, тут колокольни. Когда будем играть, это узнаем. Я думаю, смысла загадывать нет. Они тут всегда как-то так изменяют. Вроде бы то же самое, а вроде бы и нет. Вот мне просто интересно, что они возьмут. Ломай. За это. За основу. Женщина? Уже надоело мне. Ветряки какие-нибудь. Ну, типа того. Травник браконьер. Да. Пещера Химакхока. Вот таким вот голосом надо говорить. Винокурня пороховая почка. Представляет. Так. Что тебе не смешно, что ли? Да нет, нормально. Спад на магазинах пистолет. Ладно. Сейчас развеется туман. Это хорошо. Я думала, ты решил упасть. Я думала, ты что, приёбнулся, что ли? Лоф Орлов. Чё? Какой Лоф Орлов? Согласна. Ну, ты правильно. Я бы не стала этим выжив, ребятам помогать. Ты знаешь, где я припарковался? Гет. Если вы меня слышите, ответьте. Аджай, докладывает, вас слышу. А, Аджай, отлично. У нас тут партия метеозондов для наших товарищей в горах. Прикроешь конвой и водителя? Да, ну. Посылай координаты. Уже выслал рукой. Неужели у них нет людей? Если так всегда. То есть, понимаешь, там бегает толпа по всему Керату, которая стреляет просто пули в воздух. Ой. Ё-моё. Но они не дошли до рации, они ждут, пока тут рация подойдет. Не, ну я просто к тому, что очень странно, что у них нет своих. Это да. Метеозонды, блин. Опа. Подожди, тут какая-то осень, кстати. Ну. Мне не нравится осень. Ой-ой. Да, а чувак. Уединение гаутами! Ну не надо! Я же вас не трогал, блин! Что ты хочешь-то от меня? О. Ладно, они первые начали. Ты, наверное, думаешь. Зачем мы везем эти метеозонды? Ну, я не думаю. Пути шпионы для слежки за Пейганом слишком дороги, а метеозонд может поднять камеру. Ладно. О, граната есть. О, да!
такая хорошая штука, я не могу. Ну давай, давай. Подожди, нет, не поехали, не поехали, стой. Я тут чувствую, чувствую. Пропаганда. Чувствую где-то рядом. Некомфортно мне становится сразу. Прям в душе свербит, да? Да-да-да, когда чувствуется где-то рядом есть. Запашок такой сразу. Мерзко. Гнильцой попахивает. Да-да-да. А Джай, ты весь в отца? Здрасте, лицо, бля. Ну чё? Эта штука, кстати, не так просто пользоваться, если вот прям метрически. А так, наверное, очень быстро все равно мозг привыкает, соображает, что куда. Слева, слева! Так это право! GPS-маячок. Когда зонд приземлится, мы сможем забрать его. А дальше нужно просто извлечь карту памяти и просмотреть фото с камеры. Так мы соберем сведения о базах и тюрьмах Бейгана, а также о движении войск. Неплохо, да? Как гласит народная мудрость, больно выдумки хитра. Окей. Слева, слева! Как будто нам было все равно, но ладно. Поедем медленно. Нельзя. Ты очень странно стреляешь. Там же есть логика у этого прицела какая-то. Смотри, там патроны, ты на ящик. Если надо, спрыгнуть. Надо в квадратик вот этот попадать. Ага. Береги голову. Какую голову? А что мне беречь? Смотри, смотри, смотри. Подожди, подожди. Ну давай уже! Пропаганду кто-то повесил в туннеле. Заодно грузовик починил. Живем! Отлично! Это гениально просто. Живем, че. И зачем это было? Это было прикольно. Ладно. Аргумент. Кто там хочет опять? Ой, господи, чувак, ну я... Не знаю. Да дави его. Ты раздавил, молодец. Раздаю. Справа, справа! Да и как ты так? Долго мы едем в этот раз, слышишь? Ну как-то да. Ох, твою мать. Господи, ну как ты так пиво-то? Пипец, сколько людей теряет просто вот на этом всем. Бейкон. У меня патроны кончились, блин. У тебя есть другие пушки. Очень странно, что он не предложил где-то остановиться и взять патрон. Слышишь, мы долго едем, давай заканчивай. Мне кажется, мы подъезжаем. Да. Что-то совсем долго метеозондами твои везем. А зачем нам метеозондом? Он, конечно, сказал, что это не переходит, но мне кажется, Пейга не настолько силен, что перехватывает. Нет, в смысле, что они на них поднимут камеры на метеозондах. Чтобы те уже снимали то, что подснимут. Когда метеозонд упадет, они с камер заберут карты памяти и посмотрят, что увидят. А что пропаганду-то снять, рука не поднялась? Им картинка, видимо, нравится. Или это все предатели вокруг? Стреляй в предателя. Не надо, они сейчас начнут возмущаться. Да. Все убитые мной были чьими-то детьми или мужьями. Это страшно. Че? Ладно. У тебя деньги, понимаешь, уже все. Все, карман давит. Штани не просто плотненько. Постов, чем у нас. Спасибо. Ну хоть кто-то меня благодарит в этой игре. Это в любом случае в этой игре лучше, чем в прошлой. Там кто-то развлекается. Ты что такой недовольный-то стоишь? А что ему доволен? Назови хоть одну причину, почему он должен быть доволен. Метеозонды привезли вам. Да похуй, блять, на эти метеозонды. Он погиб.
Война не оставляет нам выбора. Аджай, соскучился? Господи, ты только что говорил про мужа, который погиб, уже соскучился. Знаешь, упускать такой шанс — королевское убежище 3. Есть там кто? Такой шанс — это такое себе. Все, это просто обнаружил, и все, молодец. Возьми с полки пирожок. Давай хоть вот попробуем вот... Как там правильно сделать-то, я уже не помню, блин. Что ты хочешь? Ну, гранату кинь. Ты бы отошел. Это камень? Ладно, похер. Синий? Алло. Так, что теперь куда? Во-первых, нам бы отовариться. Так, нам бы... Ну, вот тут есть магазин, кстати. Что удобно. Это, походу, идущий магазин. Да, а мне без разницы какой. Фига себе. А что-то у него музончик играет. А что ты хотел? Ну, мне бы гранатомет. У меня базука и гранатомет, это ну, не идут мне они оба. Ну как нет-то? Привет. Давай-ка сдадим его. Привет. О, 8 инъекторов уже можно, нифига себе. Так, что мы там таскаем-то вообще с собой? А, мы потаскали уникальное. Шестерка. Так, шестерку нам не надо. Ну давай, чтоб не давил карман уже что-нибудь, то следующее возьмем. Че мы тут мы... А, тут мы вот этот таскали, но мы его больше не таскаем. Он еще стрёмный, мне не нравится. Давай возьмем вот этот. Блять, что Рика это револьвер. За хуйня? Это не Рика револьвер, это какая-то херня. Да. Ну давай его тогда возьмем, чтобы карман-то освободить немножко. Бери. Так, что дальше? Продаем товар, соответственно. Пополняем боезапасик. Надеюсь, тебе это пригодится. Понадобится что-то еще? Ладно. Как скажешь. Ну я не хочу. Ну ладно, пойдем к контрольному лагерю Пейгана, все-таки подойдем. Давай. Обращайся. Обязательно. Нам бы только на чем-то ехать. Да поедем сейчас. Колем сейчас себе. А что ты себе вколол? Лечилку. А. Что ты делаешь? Ты что потерял? Где-то зеленый лист. Я не вижу под тобой зеленого листа. Похер. Да господи! Это кто был? О, нихера себе! Барс! Ты чё? Ты чё такой неожиданный? Мы тебя так искали! Да уж, блин. Ну, ладно, не о, нет. Дробушек, вставай, что ты делаешь? Ну ладно. Хорошо. Я больше не буду выебываться. Молча посижу. В голову просто. Слышишь, барсик где-то рядом. О! Ты не умеешь, да, вот просто пойти куда-то. Но мы вот идем собирался. Мимо! Что это было? Это была птица. Орел. Ну куда? Они друг за другом ездят. Ай, дурак. Ну вот. Все выполнено. Вот для этого я и таскаю с собой арсенал. А где там Сабал? Где благодарность? Что они делают? То, что бык как против работает волка? Волк? Он вцепляется в шею. Прикольно. И просто задавливает. Нет, это классно сделано. Вообще здорово. А потом уходит.
Прекрасно, Аджай. Хвала Кире. Благодаря тебе они не смогут нам навредить. Господи, ты подорвал бы способность врага. Ну ладно. Беги за маской, все. Нравится, как здесь, мне просто безумно нравится, как здесь животные контактируют. Да, они очень здорово. Это вот все. Животные здесь потрясающе друг с другом контактируют просто. Как в природе должны. Семинария «Дети будущего». Ой, извини. Моментально просто сваливают. Забавно. Так. Ну, слушай, ну здесь маску будет... Я слышу ее, сложновато, да, найти, я тебе так, да, скажу. Да, согласна. Вот убили. Вот еще убили. И еще кого-то убили. Но здесь она не звучит. А, вы убили? Подожди. Они выбрались, они... и сожрали Нет, кого-то. Нет, они не выбрались, они освободили кого-то. Они освободили своих, убили врагов. Думаешь? Ну да, вот клетка, они, видимо, разбили как-то. Mm-hmm. Либо эти сами разбили ее, когда стреляли по волкам. Это те волки, сбежавшие, они их освободили. Ну ладно. Что? Палево. Окей. А! Ау-ау-ау, хитрожопая. Мадюка. Кошмар. Так, где маска? Да блин. Что тут за лагерь? О, давай наверх. Местный. Здесь она? Не, она не жужжит. Ну, нет, они му-му-му-му. Не поет. Вот здесь вот, вот громче. Ну, еще тихо. Вот здесь вот она, когда ты поднимаешься. Не-не-не. А ты слышишь? Да волков, блин, я слышу ее, но волков надо убирать. Может, она здесь наверху? Нет. Ну вот тут прям было хорошо где-то слышно, вот, тут, вот здесь вот где-то. Вот здесь, да. Дверь. Стеллажик там. Не, мне кажется... Мне кажется, это где-то вот здесь. Это, природа здесь, конечно, жесткая. О! Валяется он тут в масочке. Я-то думал, в здании в каком-то. Гандон, да. Но это было довольно непросто. А он, блин, обманул меня. Вот так. Они специально дали такую область, где много всего есть, а она валяется на самом деле на открытой местности. Да. Как он смешно бегал. Как они красиво летают, я не могу. Подожди, это обезвреживание бомбы. Да можно, можно. Конечно, можно. Сейчас я подойду. Уже иду. Че скажешь? Времени мало. Да всегда у вас нет времени. Так. Они все-таки здесь. Да блин, тихо что ты. Что произошло? Наш тайник с оружием нашли и хотят его взорвать. Без этих запасов нам никак. Надо проникнуть, да, на заминированный склад. Никак. Обезвредишь взрывные устройства? Да, я справлюсь. Спасибо, Аджай. Мы победим. Может, Пейгана. Я в военном служил? Вот координаты. Вот координаты. А, так подожди, так мы не то что координаты, мы здесь. Ну да. В смысле? Ты прикалываешься надо мной, что ли?
Да что-то он сам, по-моему, ничего не понял. В смысле ты... О, это музычка. В смысле ты куда? Раз. Ладно, не тренировочки-то пошли. Да. Четыре. Ну, снайперов сразу минусы. Вот справа там еще... А, ты пометил. С снайперами-то и так все ясно. Они... Тяжко. Окей. Вот этот сразу минус. Этого сразу минус. Оу. Они ничего не слышат, серьезно? Оно так разлетается, что ли? Этот сразу минус. Правда, это был не снайпер, он просто там стоял. Тебя спалили. Блядь, бомбу сейчас обидит. Ладно, снимаем. Бежит! Не готовый. В другом месте, видимо, завели. Ё-моё! Охереть. А ты не успеешь их обезвредить? Ну, за 30 секунд нет, но я хочу посмотреть на этот взрыв. Ну, давай. Ты думаешь, нам его покажут? Мне кажется, через 30 секунд я скажу, что задание провалено, и все. Тебя чем-то стреляют. Ну давайте, давайте. 4, 3, 2, 1. Задание провалено. Да не, ну не может быть. Знаешь, почему меня палят с этой снайперкой? Почему? Я тут понял. Почему? Сейчас покажу. Потому что эта снайперка работает на прострел. Она простреливает через одного и попадает в другого. А соответственно, когда я простреливал вот этого чувака, вот этого, который стоял здесь, no. Я ему прострелил, пуля вылетела и попала вот сюда, а тут хорошо человек, и он рядом понял, что что-то не то. Окей. Поэтому у меня и так и получается иногда палиться с этой снайперкой. В принципе, тебе его не обязательно палить. Стрелять. Но снайперов лучше в первую очередь снять. Так, чудно. Жопу ему просто настрелил. А, нормально. Подходи. Хорошо. Так, вон вертолет, я слышу, кстати. Он, видимо, в любом случае прилетает. Красиво. Так, кто еще остался? На первый взгляд никого, да? Вообще никого больше здесь не вижу. Снизу никто не ходил, там травка? Вроде нет. Ну. Ладно, пойдем. Пойдем на обышок. Ну, это было неплохо. Когда хорошая позиция, не составляет труда вообще ничего сделать. И когда, конечно, хорошие пушки при этом есть. Ну это да, то хер поспоришь, блин. А, так я ж тут был. Я тут маску искал. А, точно. Наверху она где-то. Как вы умудрились этот аванпост потерять? Да, блин. Ты чё, слепой? Все просрали. Лошара. Скиньте данную область. Ладно, покинем. А, ну давай нормально покинем, а то. Да. Ты чё? Нормально. Считай, ножки. Не дай бог. Дай куда-нибудь направо.
справа, с другой стороны крест. Слава. Вот. Ну, да, и вот. Ты доволен собой? Угу. Ну и все, наверное, на этом. Да, я думаю, на сегодня дальше достаточно. Пойдем следующее, как раз все эти обезвреживалки делать. Да, и потихонечку еще Зетсу обязательно не пройдет мимо всего на свете. Ну, это... Ну, тут... Ну, долго еще. Ладно. Ладно. Что ж, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До скорой встречи в новых видео. Пока-пока. Пока-пока.